Министр труда и социальной защиты населения также прокомментировала гибель 4 детей в области Абай. Светлана Жакупова рассказала, что их родителям оказывают психологическую помощь. В настоящее время там работает комиссия, идет расследование причин гибели детей. Напомню, трагедия случилась 25 октября. По информации областного акимата, примерно в 11 утра на пульт Центра оперативного управления ДЧС поступил сигнал о том, что в одном из частных домов города Аягас произошло задымление. Незамедлительно на место выехала бригада спасателей из 6 человек. В одной из комнат горела мебель и личные вещи на площади 20 квадратных метров. В ходе тушения обнаружены тела 4 детей. Назначены соответствующие экспертизы.